Сколько всем привет, дорогие друзья! Отгуляли мы гуляночку, да? Ну, вот это, конечно, вы позже много видите. Я, наверное, уже дома, пока вы его смотрите. Пошли посмотреть озеро. Покупаться нет, потому что холодно. Это сейчас солнышко, так-то холодно. Вообще, пляжа нет. Зайти покупаться нет. Полежать тоже. Все в траве, все в кустах. А дойти, что сюда, сейчас я вам покажу. Мы сюда шли. Что делается? Только птички. Да уж, конечно. Озеро. От него осталось только одно название, да? Да. Ну, как бы в чоботах своих я дошла. Вчера кто-то мне их оттоптал. Танцевали. Вы уже видели, как мы там танцевали, пели. Отдохнули. Стрекозочки не засняла. Стрекозочки, стрекозочки. О, да. Ну что, припарывай, может быть, и дождь. И еще такая новость. Никто еще не знает, потому что я там ничего не снимала. Вот, фото там были с медведем и ролик, видео это было заснято не мной. Почему? Потому что я не успела. А почему не успела? Потому что у меня был форс-мажор. Антошка мой загремел в больницу вчера. Какое число было вчера? 19 июня. Утром проснулся сыночек с болью в животе. И температурой 38. Дали ему таблетку. Повезла я его. Поперла с Вероникой мядель. Там врачи сделали анализ по-быстренькому. Анализы не очень хорошие, соя повышенная. Вот. Короче, сказали, подозрение на аппендицит, везите его к себе. Туда, короче. Пока мы собрались, кололи ему троечатку в час дня. Пока мы собрались, пока туда-сюда, в 2 часа. Там, вернее, там померли, температура была 38,3. После троечатки, через час, температура Антошки была 38. То есть, не только за час на 3 градуса упала. Как говорить. Вот. Пока мы доехали с ним час езды до Молодечно, у него поднялась температура 38,2. То есть, ниже 38 температура у сына не упала. Но перестал болеть живот. Все равно оставили мы его в больнице на обследование. Сегодня у нас уже 20 июня. Сделали УЗИ. По УЗИ все хорошо. Температуру сбили, больше не поднимается. Живот не болит. Но еще решили сделать они там ему, как называется, ну, зонд хватать, короче. Как это по-медицински называется, не знаю. Ну, в общем, проверить желудок. Может быть, еще от желудка что. Вот. Так что лежит в больничке мой сыночек. Обследуется, лечится. Если все будет хорошо, то завтра, послезавтра я его заберу. Не, послезавтра мне на работу. Может быть, завтра вечером я заберу, если все нормально. Зачем там лежать, собирать бациллу? Мы уже раз так лежали 2 дня, все было нормально. Таблеточки мы и дома попьем, если что. Писала отказную, забирала сам из больницы. Сделай, и то там будет завтра, если все нормально, за целый день анализ. А с вены сегодня еще брали у него кровь. Если нормально, так таблетки мы и дома попьем. Укол, если колет, да, я не прокалю капельницы, допустим. А уже если просто таблетки, о, полечимся мы и дома. Такие вот дела. Можем попозже на это... Если будет погода нормальная, может, детей свозим. Кто позже, да. Посмотрим, Ляна проснется. Ну, потому что самые маленькие уснули. Посмотрим, может, еще и деток сводим. Пускай поглядеть на воду. И что? И вот даже, ну, и на самого озера большого это не увидеть смысла. Тащить заросли, посмотреть. Не знаю. Должно быть очень стыдно. Сельскому совету или кто заведует Нарочанский парк тут что вот так что нехорошо конечно много так, если да, я понимаю если бы здесь вот ну население было мало людей да некому хоть купаться не для кого это делать так есть для кого
Своих местных очень много. Потом еще на выходные приезжают из Минска много откуда. И вот и мы же уже приезжаем. Ну, где покупаться? В бассейне? В лягушатнике? Конечно же, хочется ходить на озеро. Знаю я. Товарищи, начальство, А.Г. Занарыч. Если вы видели мое видео, вам должно быть стыдно. Я здесь родилась, такого не было. И мне очень жалко за мою родину, что вот так вот. Что вот так вот. Дома есть заброшенные, вы за меня не смотрите. Тоже как-то нехорошо. Нет порядка в этом населении. Привет, ребятушки, я уже дома. Зашла в парник, подвязала уже пару томатиков. Попадали, подросли, попадали, короче. Вот, УЗИ даже есть. Где-то томатики видно, да? Где-то томатики, томатики. Вот, видно тут. И на этом вот здесь вот тоже есть томатики. Так, вот этот еще подвязать. И все, завтра мне на работу. Сегодня уже не буду. Завтра приеду с работы и буду это. Можно уже возле калию прополоть. Что? Да, с помидорами разговариваю. Мне, Саш, надо колышки. Мне 3 помидорчика подвязать надо срочно. Им колышков не хватило. Нужно срочно подвязать. Ну вот я уже забыла, какие хотела подвязать. Не которые знаю. Совсем тут уже падают, потому что, Саша, не все. Эти колышки надо, этим и вот там 3 штуки. 5 штук надо еще подвязать. У меня были маленькие, я им колышки не ставила. Ну, только что видела, кого хотела подвязать, уже не вижу. А, вот, нашла. У нас холодно. В курточке. Приехала и в курточке. Огородик мой. Клубнички еще не видно? Или видно? Что я нашла? Совсем так розовенькая чуть-чуть. Видите, этот листочек. Вот. Еще чуть-чуть и будем кушать свою клубничку. Классно. Зеленой много усыпано. Клубники очень много. А вот красная. Одну розовую видела. А, вот еще есть. Вот. На листочек положить. Сейчас уже начнет зреть. Скоро детки будут кушать первую клубничку свою. Вот, я уже дома, да, Антошке. Антошка сегодня хватал зонт, бедолашка. Вот, бедолашка хватал зонт. А, гастрита нет, язвы желудка тоже нет, все хорошо. Только по УЗИ показала, что у него обратка идет с 12-перстной кишки. Кто медики поймут, что это такое, а как я, допустим, я не понимаю, что такое обратка 12-перстной кишки. Это мне так объяснили своим человеческим языком, что типа обратно в желудок идут эти вот соки, да. Ну, как бы это не сильно плохо, но и не есть хорошо. Вот, завтра будет обход и будет решать, ой, будет у него там будет лечить или отправить домой. Может, дома будем таблеточки пить. У меня вот ирис какой красивый распустился. Красавчик какой, да? Ну, его тоже подвязать. Пока сюда положу. Вот такие вот дела. Так что все, мы дома. Завтра на работу. Работать и дома тоже. Работать. Начинать нужно прополку цветника. И кормовые бураки, не знаю, там Сашка полол, что не полол. Не ходил, не смотрел, там мокро. Вот такие вот у нас дела, мои хорошие. Всем счастья, любви, здоровья. Всем пока.